Россиянке грозит тюрьма за кормление рыбок. Все произошло на отдыхе в Таиланде. 53-летняя женщина бросала хлеб рыбам в районе коралловых рифов на юге страны. По всей видимости, она не знала, что территория особая природоохранная зона и что эти морские животные относятся к экзотическим, что кормить их нельзя. Сейчас она арестована, находится в одном из отделений полиции на острове Пхукет. Ей уже предъявили обвинение и установили залог. В пересчете на рубли это примерно 160 тысяч. Согласно местным законам, ее могут лишить свободы сроком на год. Вот, казалось бы, доброта человеком двигала, а наказание все равно получила.